7 апреля, наверное, всем известно, что у Михаила Круга день рождения. И каждый год, приуроченный к этой дате, мы проводим благотворительный концерт. Поскольку и Михаил сам занимался благотворительностью, и мы каждый год уже в течение вот 7 лет, 7 таких концертов мы провели, мы проводим благотворительный концерт. В этот раз дата назначена на 9 апреля, а суббота. Дело в том, что очень много хотят приехать к нам из других городов. Если мы раньше проводили в будний день, то теперь сделали специально в субботу, чтобы к нам приехали из ближайших, из Москвы и из области, из Тверской очень много будет, и звонят, и спрашивают, поэтому сделали в субботу. Концерты такие, и средства от этих концертов мы перечисляли в Тверскую епархию. Напротив горсада стоит храм трех исповедников. Там колокола с первого, самого первого концерта. Тверская епархиальная школа на Пролетарке. Там тоже на третьем этаже храм есть, колокола от этого концерта. Детский садик Анны Кашинской, там тоже колокола от такого же концерта. То есть каждый год куда-то мы перечисляем деньги. Вы, наверное, видели, что около нашего железнодорожного вокзала строится храм. Это храм Александра Невского. Когда-то он был на этом месте, и сейчас он восстанавливается. И средства от этого концерта будут перечислены на восстановление храма. Вот этого храма Александра Невского. Мы работаем и в контакте с архитектором этого храма, со строителями этого храма, с бригадиром. Они все, конечно, будут тоже на нашем концерте. И была закладка храма. Был сам архитектор, не смог он сегодня присутствовать на нашей пресс-конференции. Он давал информацию, давал очень много интервью. И телевидение снимало. Поэтому вот хочу извиниться за то, что его нету. Но эта информация должна быть в телекомпаниях. Храм – закладка, храм, как начиналось строительство, какая идея, исторические справки. Это все должно быть вот у вас в ваших архивах. Цель нашей пресс-конференции, как Ольга сказала уже, концерт благотворительный и привлечь больше народу. Ну, как бы на наш концерт и так ходит много народу. Вот, ну, есть такая возможность, то мы ей воспользуемся, конечно. Вот, артисты будут Александр Дюмин, который со своей заразой. Вот, Ляля Размахова, наши прекрасные музыканты, группа «На троих». Вот, значит, ну, я выступлю, конечно. Группа «Бутырка», Николай Озеров, Жора Гриф. Вот, это очень интересные артисты сегодня в шансоне. Вот, мы приглашаем всех, приходите на наш концерт, будет интересный, занятный концерт, и я думаю, что все будет хорошо.